Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру по названием Зуба. И сегодня, ребятки, пришло время, конечно же, пустить Саву Фила на 14 уровень, открывать ему 5-й, хотел бы сказать, слот, но 4-й, да, в этот раз всего лишь. И делать его еще более сильным и мобовым, ну и потихоньку осваивать тоже. Хотя вроде бы уже 14 уровень, вроде бы уже все понятно должно быть, но, как говорится, бои бывают разные, все по-разному происходит. Поэтому вот так вот. Все это, конечно, сейчас возьмем, оно не так много стоит, к счастью. У нас получается 1200 хп накидывается и получается 9500 хп. Неплохо так. Неплохо. Но будет ли это как-то сильно влиять? Ну, я не думаю. Я не очень думаю. Ладно. В любом случае, до следующего у нас Фила остается еще 700 жетонов. Потом еще вроде бы 2000 сверху, да? То есть тут 1000, тут вроде бы 2 или 1500. То есть прилично еще надо. Но, как говорится, ждем акцию с 2 жетона. У меня там сундуки на почте лежат. И легендарный, и черный. И что-то там еще, возможно, лежит, но это не точно. И как бы все вот это вот жду. Конечно, в идеале, чтобы были X2 жетоны и была еще золотая лихорадочка хотя бы тоже на X2 хотя бы. Потому что экстрим мы вряд ли когда-нибудь уже увидим, но хочется. Правда, ближайшие праздники, как я уже говорил, это вот в феврале китайский Новый год, февраль уже наступает. Вроде бы 10 числа он там где-то должен быть. Но, как говорится, подождем, увидим, да? Берем все, не особо церемониться не будем, на все эти атрибуты сейчас нужны еще. Поэтому погнали смотреть. Лук. Лук. Лук у Фила, как вы знаете, дальний, но круговой. Вроде бы круговой. Дождь и стрел, да, вот круговой. И радиус, как вы заметили, тут не написан, да? Следовательно, что мы сейчас бустим, непонятно. И насколько тоже. Поэтому немножко так себе смотрится. Поэтому мы, наверное, возьмем вот так вот. Ну вот, в такой баланс, да, пойдем. Все-таки 2% радиус это незначительно. Дальше, бомба. С бомбой тут попроще, тут хотя бы радиус написан 5,5, ни о чем. И дальность тоже слабоватая, поэтому фиг знает, что здесь бустить. Наверное, будем докачивать перезарядку, чтобы почаще кидать эту гранату. Опять же, граната кидается раз в 3-2 секунды, в принципе, смотрится неплохо. Ну и дробовик. С дробовиком тут вроде попроще. Тут вроде все надо в дальность докидывать, да? Но у нас атрибутов нету на дробовик, поэтому мы ничего не докинем. Ну и слотик. Слотик, в который брать нечего. Как-то так вот это выглядит. Нету феромонов из, наверное, адекватного самого. Либо взять кассетку и пытаться реализовывать как небольшой дополнительный урон. Либо взять все-таки дефибриллятор и играть больше на команду. Опять же, дефибриллятор на этом персонаже очень круто смотрится, потому что сова Фил может перемещаться своим активным навыком, да? Очень на далекие, так сказать, расстояния. И при этом его в активный навык не наносит урон. Ему, точнее, не наносит. Но это не точно, я как бы вроде бы проверял, вроде бы не наносили, но сказать на 100% не могу. Поэтому будем сегодня это проверять. Сборку, наверное, хотел бы сказать, надо взять вот это еще. В общем, надо 3 слота взять как-то, да? Как взять 3 слота, непонятно в один, сложно. На мой взгляд, надо бы уже вводить предметы, там, дополнительные слоты на поддержку, что можно взять около адреналина, что можно взять, не знаю, там, кофе какой-нибудь каждому, да? Хотя это было бы бредово слишком. Я бы делал бы выбор, либо кофе, либо укол. Ну, знаете, как бы, вот есть в некоторых играх такие возможности, где можно выбирать, да, из двух предметов. Вот хочешь, вот тебе ячейка, да, и хочешь, выбирай в нее определенный предмет. И было бы неплохо, если бы вот был выбор между кофе и уколом на некоторых персонажах. И еще чем-то, к примеру, да, там, не знаю, дефибриллятором, к примеру, или халатом доктора. Вот в одном ячейке один из этих 4 предметов. Было бы прикольно, если бы так было. Тогда можно было бы больше слотиков, наверное, сделать. Ну, да, можно было бы, но разработчики, говорится, идут по системе непонятной разработки. Как по мне, надо выпускать зубы 2 и убирать весь этот бред, что есть зубы 1. Зубы 1, да, ну в этой игре зуб. Но пока ждем, что там разработчики придумают. Ну, а сейчас возьмем, что же взять. А давайте урон возьмем, пофиг, посмотрим, что как будет. Все равно всегда на урон играю по барабану. Погнали в бой, центральный зоопарк, не железная дорога, поэтому, наверное, будет не так эпично смотреться Фил, как он обычно может смотреться на железной дороге. Он просто там летает слева направо, подбирает все предметы, подбирает все аптечки, уничтожает просто все, что видит. И как бы нагиб на нагибе, да? Сейчас попробуем тут немножко подлутаться. И теперь отправиться сразу за противниками. У них там легендарный дроп. Видите, они его убивают, да? Лутаем у противника с подноса гранату. Точнее, аптечку. Шикарнейшим образом лутаем. Немного быкуем сейчас. Немножко. Совсем капельку, да? Совсем капельку быканули. Потому что, почему я быкую сейчас, ребятки, объясняю. Противник здесь уже без ничего. Без ничего находится. Они просто уже не вывезут нас никаким образом. У меня появился лук, наконец-то.
Я, кстати, хилиться не могу, пока лечу вот так вот. Это минус. Орел тут на что-то рассчитывал. Но мне повезло, что мой склад пришел мне помогать. И таким образом мы победили. Правда, непонятно, где опять же легендарный дроп делся. Опять какая-то непонятная непонятность. Я его не поднял. Возможно, он был... А, у орла еще и копье. Ну да, тогда пофиг. Тогда пофиг, нам это, в принципе, не интересно. Так, ладно, погнали дальше. Самое интересное, что у нас в складе почему-то один кто-то умер. Как он умер, где он умер. И вот это вот все непонятно. Вижу противника. Мой склад, конечно же, игнорит. Это максимум. Максимум игнора из максимум игноров. Доны сразу пролетаем. Пытаемся протащить по урону немножко. Но что-то получается кривовато. Она от всего увернулась, зато я получил кучу урона. Но при этом мы как бы не дали противнику, такому как Яра, восстановиться. И это хорошо. Закинем аптечку сразу же. Лук закинем, нам это все пригодится. И можно, в принципе, сейчас уже врываться в противника и что-то с ним делать. Видали, да, попадание прямое было, но пофиг. Но пофиг. Почему? Потому что гениальная игра зуба. Пролетаем, пытаемся дожать жирафа. Не дадим им, так сказать, здесь ничего сделать. Пролетаем сюда, еще какой-то урон. Вроде даже, там даже первобытный инстинкт успел сработать, но это не точно. Это было, к сожалению, не точно. Успеваю ее добить до того, как она меня укусила. Ну, точнее, да, успел. Успел все-таки. И вот сейчас мы тоже кого-то еще убиваем. Красивейшим образом. И у нас все хорошо. Ну вот такой вот сов, ребятки. Сов, который фил, который убийца машины. Имба. Кассеточка, кстати, себя оправдывает, если что. Я вот ее в этом бою реализовал очень много раз. Мне прям понравилось. То есть противники прям хотели драться со мной. Ну а я их нагибал, и кассеточка мне в этом помогала. Хоть и урон всего лишь полторашечка, но, как говорится, полторашечка это тоже урон. Поэтому попробуйте увеличить себе урон на полторашку. Ага, это сложно сделать. Бицуха, конечно, в этом очень сильно помогает. Но, как говорится, у нас ее нет, поэтому кассеточка тоже хороший вариант. Кстати, вот если подумать так, ребятки, да, если взять бицуху и кассетку еще максимальную, да, то это получается урон не x2, с которой дополнительно с кассетки падает, да, условно с гранаты, которая, а сразу урон там x2 плюс бицуха сверху. То есть приличный урон. Прилично. Ну, как говорится, мы этого потестировать не можем, прям циферка в циферку, потому что что? Потому что у нас никак в Brawl Stars нету зоны, где можно проверить урон. Конечно, есть тестовый сервер, где я бы мог, наверное, все это проверить. Видали телепорт? Офигеть. Надо будет протестировать сейчас через текстуры всякие разные. Ну, то есть я сейчас как-то прыгнул так, странно, да? И меня сразу телепортировало налево, мгновенно. Ну, если будем в этой зоне, еще раз попробуем этот момент, но вот, как говорится... Обратите внимание, ребятки, да. То есть, возможно, с собой так можно будет телепортироваться в некоторых моментах, но это надо все тестировать, опять же. Ходить, проверять. Все-таки было бы неплохо, если бы в игре была такая возможность, как в Бравле, да? Ну, туда я не успеваю долететь, сами видели все, да? Сами все видели. Больное животное, кролик Скиппи с кофе, конечно же, играет. Я случайно нажал актив навык не там, где нужно было. Понимаю. Просто... Ну, вы видели мою команду, мне слов говорить нечем. Просто нам не повезло, во-первых, с дропом. Да, любым. То есть сверху был дроп, снизу был дроп. И везде этот больной кролик Скиппи с кофе просто пришел и все залутал. К моему удивлению, конечно. Ну ладно, такое. Просто если бы дроп был хотя бы какой-нибудь возле меня, я бы смог раскидать кролика Скиппи по урону, раз. Я бы смог убить легендара бота раньше, два. Я бы не потратил активный навык никуда, три. Я бы залутал легендар дроп и аптечку. Это уже 4. И кролик Скиппи бы умер, это 5. Как бы много аспектов, которые не должны были, которые должны были произойти, но которые просто не произошли, потому что не было рядом ни одной пушки, которую мог бы использовать. Ну и мой склад гениев, ну вы сами все видели. Кто-то что-то нажал? Да не, что такое кнопки, как их найти на экране и все такое, это для них пока что загадка. Как они, во-первых, попадают со мной в один бой, это, конечно, до сих пор мне непонятно. Ну вот как-то попадают. Потому что у нас баланса нет, да? Че, как они могут тут еще попадать? Баланса нет, поэтому они и попадают. Все именно так, ребят. Именно так. Закидываем гранатку, тут подлутаем немножко всякого разного. Да. Вот так вот летаем, все, лутаем. Бедный Никс вообще не понимает, что происходит. Почему все предметы лутает какая-то сова, а не он. У нас, кстати, еще заметьте, на прекрасном друге сове, да, есть витамины. 25-процентные, которые. И которые дают очень много усиления, так скажем, да. Усиление хорошего. О, лук золотой. Знаете, почему я сейчас молчал? Потому что я промахнулся. Почему я промахнулся? Потому что я кривой. Вот. Вот почему. Все просто.
Ну это ж надо было так криво направить лук. А он просто здесь сидел и ждал, пока его убьют. Ну ладно. Где-то здесь были противники, но походу сбежали, да? Осуждаем убегание от совы, всего лишь 14 уровня. Какая-то сова маленькая, несчастная, бедная сова. От нее взяли и сбежали. Панда. Панда здесь невероятно жесткий врывается просто. Убийца машина. Офигеть, с одной тычки просто аннигилировал. Офигеть, вот это панда дает. Там вообще нормально, что панда? Как жизнь? О, через текстуру, кстати, прошел. Неплохо, надо запомнить. Фух. Офигеть, просто панда. Вжух и нету совы. Вжух и нет, он просто вжухнул. Жесть. Нет, конечно, может еще кто-то бахнул, но такое ощущение, что просто панда кинул гранатку и одновременно с этим или копьем, или луком бахнул. Ну вот такое ощущение было, что с двух ударов меня унес. Жесть. Это жесть. Ну хорошо, что у меня там сова рядом была. Да блин. Какой же я меткий просто. Кстати, видали первобытным инстинктом, ребятки, заутал? Ну ладно, не повезло, не фартануло, бывает. Нам как бы это уже для победы не нужно, поэтому ладно, погнали. Дальше? А, там 17-й был, я не заметил. Я не заметил, что у нас 17-й лев, точнее 17-й волк есть, да? Ну, бывает такое, не замечаешь иногда. Вот пытался отжать легендарную гранату, и вот эта ошибка была сейчас. Поставим капканчик на всякий случай, да? Воу. Не, ну мне нравится, через текстуры прям пролетает зачетно. Жаль, потестить особо времени нету, но интересно. Интересно, надо будет потестировать, кстати, на каждой текстуре такое. Потому что это в боях. Когда вы будете потом играть против более сильных ребят на сову. За сову, да. Против более сильных там челиков на более высоком рейтинге. Там это уже будет смотреться очень жестко. Потому что если вы знаете все такие вот нюансики, где можно пролететь через текстуру, где-то можно сделать мгновенно, это очень помогает в бою. Очень. Но в любом случае главное это правильно пролетать, делать тактичные мувы, да. В тактичные моменты и все такое. Здесь я сейчас не очень тактичный мув сделал, однако. Но сойдет. Пока что бахаем. Никса сейчас впритык не... Ну, это не моя ошибка, да. Вот эти, кстати, странные ходят, тут фигней страдают. Ну вот как я должен их попадать и убивать, а? Вот как? У зебра ожил? Нет, его оттолкнули просто. Нам повезло, что просто 15 зебра стоит отдыхает. И мы сейчас на нем тут... Так, легендар дроп. Ах ты, кенгуру! Не вы видели, а ну? Я только собрался подбегать и брать легендарный дроп, и тут этот гад на кенгуру вжух и все, и забрал. Осуждаем такое действие. Осуждаем кенгуру. Капканчик на этого друга прекраснейшим образом срабатывает, конечно же. Кто меня замедлил? Что за замедление на ровном месте, я не понял. Или я на ловушку попал, что ли? Странно как-то смотрелось. Лутаем здесь всякое разное. Капканчик тоже залутали. Врываемся дальше. Видали? Просто... просто движение назад было только что. Просто движение назад и все. Тут на халяву пытается какой-то друг отжать аптечку. У него, в принципе, это получается. Ну, конечно. А как же могло быть иначе, если какой-то друг на халяву бы не залутал с меня предметы? Норм. Ехидно закидывает там 19-е просто. Вообще без напрягов, да? А ты не хочешь понапрягаться? О, понимаю. Просто понимаю, ребятки, просто капканы. Да. Ну, смотрите на эти радиуса огромные, да? Жесть, максимальные радиуса, еще и легендарная граната. А была бы там кассеточка, мне бы был конец. Ну, там гениальная сборка, там канистра гелия только что видел. Да, мой сквад. Смотрите на этих гениев, а? Стали рядом, ничего не делали. Хлоп-хлоп-хлоп. В ладошки, да? Я просто хочу вам показать сборку Ехидны, чтобы вы оценили этого гения, который просто победил за счет везения. Ну блин, походу надо около адреналина ставить. Избавляемся от кассетки, ставим около адреналина. Придется играть за счет лука все-таки, за счет дробовика. Блин, как же этих... А что они не хотят умирать, эти гении, а? Где ты был, гений? Вот, понимаете, сейчас он такой, я хочу драться, я буду драться, да. Буду драться. Секунду назад. Стою, игнорирую противников, которые убивают твой склад. Да, да. Как бы, ну, очередной гений, да? Логичный гений. Но Ехидна с Кенстергей, это, конечно, жестко. Это интеллект, конечно, мощный. Ну и вот еще один друг. Тоже обделенный интеллектом, к сожалению. Хотя, наверное, новичок все-таки. По крайней мере, по сборке он хотя бы берет адекватно. Ну, я надеюсь, его все-таки убьют. Плюс двигается, смотрите, старается. Уроном попадает.
принципе, такой, не самый плохой. Ну и теперь давайте посмотрим ехидну, ребятки. Вот она. Вот она, канистр гелия. Зачем? Давайте подумаем. Зашел в командные бои. Дефибриллятор? Нет. Что могла еще ехидна взять? Кассетка? Нет. Потому что радиус вы видели, да, легендарные гранаты? Взяла канистр гелия. Еще и лагает ехидна. Ну, слов нету, если честно. Странно, очень странно. Странный выбор, потому что у ехидны своего отталкивания оно как бы есть, да. Там 14 уровень, скорее всего, этого друга оно должно быть. Первобытным инстинктом, я имею в виду, вроде бы. Но почему-то вот он решил, что не надо. Что ему, кстати, ребятки, по итогу? По итогу нужен укол адреналина. Как минимум в двух боях он был бы очень сильно нужен. Опять же, когда меня сбрил панда, и сейчас меня сбрила ехидна, да, ловушками. То есть был бы укол адреналина, я бы выхилился, я бы все сделал красиво, и бой бы закончился совсем бы по-другому. Поэтому берем его, кассетка пока отходит на второй план. Опять же, если дальше появится легендарный предмет, то нужно будет думать. Но пока что витамины, в принципе, себя оправдывают. Феромоны добавить и сделать 5-слотового вот такого вот сову, фила, да, ну, смотрится адекватно, вроде бы. Ну, конечно, хочется еще всякого разного понабирать, но куда, куда его впихнуть, если уже некуда. На этом все, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте и всем пока-пока.